День заглядывания за спину, я думаю, что это день, когда завидуют или просто играют в какую-то игру. Это такой плавный тест, который подглядывает за спину. Это значит, можно играть в игры, которые за спину надо смотреть. Сам человек может посмотреть себе сам за спину. Или он хотел увидеть, что за спиной других творится. Смотрят ли другие люди за спину? Они идут и сворачивают себе шею, чтобы посмотреть за спину. Ну вот так, например. Вообще, за спину захватывают, это глупо. А еще есть такое выражение – говорить за спиной. Вот я никому не заглядываю. Так поступают только нехорошие люди, которые хотят скрыть свой разговор. Надо быть честными и говорить в лицо.